Так, запахи Света. Пошли. Что? Положи сюда, потом закрывай. У меня ж не первый раз. Приехали в другой, потому что здесь больше выбор. В том числе есть такие вот вкусняшки. Это взбитые сливки. Идем сначала посмотрим, что здесь есть. Это сырые продукты. Их можно взять, и тебе их приготовят. Ну, а мы будем тепленько искать. Я, конечно же, сифуд набираю. Посмотрим, что здесь есть. Суши. Фрукты. Пицца. Мясо. Кусмень какой. Сейчас посмотрим, что здесь есть. Что это? Это курица, наверное. Надо почитать. Как-то рыбы маловато. Креветок я не вижу. Заехали еще в магазин, блин, скупились. И сифуд тут. Все, разгружать сейчас придется. Страдалец у меня здесь лежит под дверью. Закрыли его. Муж сумки носит, чтобы он на дорогу не выбегал. Он открывает дверь. И заносит в дом. Да, Бусяка? Говорю, пойдем поиграем. Нет, будет лежать до упора. Что, Бусянька, идем работать. У мамы еще работа есть. Помощник мой золотой. Мой золотой помощник. Мама уже устала до чертиков. Буся, что там делает Буся? Ну, папа тут на дрыхнет. Вот. Напрыгал на меня. Ну, да, ты? Напрыгал. А маме нужно разобрать. Вот мы набрали сифуд. А сейчас нужно каждую коробочку открыть и подписать. И что, как бы, что-то пойдет в морозилку, а что-то можно кушать. Ну вот, видите, как я подписываю, например, вот это вот филе белой рыбы. Давайте посмотрим. Вот. Это белая рыба. Кстати, это можно заморозить. Это красная рыба. Ну вот, красная рыба. Тилапия жареная кусочками. Открываем. Я уже так, в принципе, это все упаковала, потом решила все-таки открыть и показать. Жареные креветки. Где они тут? В тесте. Так, филе жареное. Тоже белая рыба. Я люблю соусом. Вкусняшка. Ну и так далее. Вот это вот взбитые сливки. Это овощи, горошек зеленый. Опять красная рыба. Часть можно заморозить. Это салат брокколи и редиска. По запаху чувствую. Это нужно кушать в первую очередь. Что еще? Это мужу мясное, это курица в сладком соусе. Это гуляш, я его заставила купить. Вот. С овощами. Это все из сифуд. И
ребра. Видите, каждую коробочку нужно подписать. Свиные ребрышки. Ну, он любит их. Я вегетарианка. Ну, у меня тут, конечно, всего больше. Это креветки, опять же, в каком-то тесте или что. Может, в яйце поджаренные. Это ракушки. Так, чисто побаловаться. А, нет, это не ракушки. Это специи к суши. Надо будет переписать. А ракушки вот. Не открывается. Давайте суши откроем. Ну вот, суши и ракушки. То есть сейчас часть пойдет в заморозку. Суши будем кушать в первую очередь, ракушки, а здесь нужно исправить. Плохо пишет, видите? Кучу ручек перебрала, чтобы написать. Это специи. Суши. Ну вот так вот наводим порядок. Сколько это? $260, как я говорила. Еще дают вот это вот. Дают такие вот печеньки, кстати. Желаний, да? Куча специй. У меня уже этих специй накопилось очень много. Вот здесь вот. Тоже нужно все перебирать. Кстати, купила вот овсянку. Столько сахара добавляют, что кушать невозможно. Стоит пока, не знаю. Так что вот так вот небольшой обзор нашего шопинга. Идем все прятать. Арбуз хочу показать. Видите, какой здоровый. Не знаю, еще не разрезала. Это ананас стоит. Это не органик арбуз. Говорят, что можно отравиться. Короче, некоторых блогеров просматриваю. Было отравление. Посмотрим, или выживу. Ну, это кока-кола, диет тоже вредная, как бы 0 калорий, но химия хорошая. Ну, это минералка. В общем, я все уже разложила. Что у нас здесь в холодильнике? Все заполнено. Там вот трава. Это ветчина мужу, это сок гранатовый. Это собаки курочка, это супчик у нас. Ягоды купила сегодня, да. Были по скидке. А, не помню, 3 на 5, по-моему. Что еще? Это тыква собаки. Там гречка стоит. Это вчера я делала филейки рыбные и рыбные палочки. Что еще? Вот хлеб, вот этот дорогущий хлеб. Видите, органик. По $7. Что еще? Бурячок купила. Хочу борщик сварить. Помидорки. Там еще у нас что? Огурчики. Это болгарский перчик. И авокадо где-то там внизу. Все. Бананы не покупала. Вот один почернел. Нужно в морозилку, кстати, кинуть. Почти все разложила. Вот, вот эта вот рыба подорожала. Вот эта вот копченая рыба. Сальмон на бутерброды. Что здесь? Пицца по скидке. 3 штуки за 10 баксов. Вот, 1, 2, 3. Ну, короче, здесь все остальное. Все остальное поскладывала, кстати, мужу еще вниз в холодильник. Так что вот, делаем запасы. Все подписала. Мужу мясо отнесла. Сейчас нужно с этим разобраться. Укрыла. Спит. Устал. Вот, видите, что у нас дома пасется. Это они с улицы забегают, паучки. Но они вообще безвредные, безопасные. У них усики длинные. Что с ним делать?
прибить я его не могу. Вот он затаился. Ну, пусть в гостях поживет. А потом разберемся, да, Бусик? Не трогай паучка. Он безобидный. Я уже знаю. Ну что, что, что? Иди разберись. Все, паучок. Что, сидит еще? Посмотри, посмотри, кто это. Посмотри. Ай, дурашка. Все. Паучок затаился.